В Одессе упавшая ветка повредила 3 автомобиля и электропровода. Чудом никто не пострадал. Люди говорят, что долгие годы жаловались на аварийность дерева, но никто не реагировал. Коммунальщики, наоборот, утверждают, что хотели спилить проблемное дерево, но жители окрестных домов встали на защиту зеленого насаждения. Года 3, наверное, назад, может, чуть меньше, его подрезали. Его надо было давно убирать уже. То есть, если бы дети проходили, еще кто-то, могли бы кого-то убить. В принципе, я в шоке, просто сидел дома. Этот звук гупнул вот так, я смотрю, блин. Сколько лет Шурин кредит выплачивал за него, за эту машину. И так вот все произошло просто. Обидно. Дерево не аварийное было. Просто лет 5-6 назад, когда была реконструкция района, я хотела их всех спилить. Сзади один тополь огромный спилили. Вот тут, если вы пойдете в ряд, подрезали, омолодили тополя. Вот это мы тоже подрезали тогда, но жильцы не дали. Они меня проклинали и кричали, что я их лишаю кислорода.